Президент Садыр Джапаров в рамках рабочего визита в Бельгию встретился с королем Филиппом. В ходе встречи, которая прошла в формате тет-а-тет, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Бельгией. Кроме того, состоялся обмен мнениями в вопросах экономического сотрудничества между двумя странами, а также обозначен ряд перспективных направлений дальнейшего взаимодействия между Кыргызстаном и Бельгией. По итогам встречи президент Садыр Джапаров пригласил короля Филиппа посетить Кыргызстан с визитом в удобное для него время.